Когда тут заходишь, и прям вот... Ну, уже на море. Да, да, уже на море. То есть, ой, молодцы, сделали все шикарно. Подъезд цвета морской волны. Лучшим подъездом Подмосковья 2020 года может стать 4-й подъезд дома номер 72 по улице Клементьевская. Инициатором преобразований выступила председатель совета многоквартирного дома Ольга Сионова. Крыльцо, потолки, стены, окна, новые почтовые ящики и не только появились после капитального ремонта. Перед тем, как оформить подъезд, перевели в порядок подвал. Второй, конечно, капремонт кровли, который прошел в прошлом году. И успешно мы год прожили без единой протечки, без единой жалобы. А даже те жалобы, которые были в процессе работы, фибробетон подрядная, ну, генподрядчик капремонта, они возместили этим жителям материальный ущерб. И, естественно, конечно, сделав крышу, мы решили сделать подъезды. К слову, в доме номер 72 по улице Клементьевская отремонтирован и расписан каждый подъезд. Художественным оформлением занимались преподаватели детской школы искусств номер 8. Финансовую поддержку оказал депутат Алексей Дьяк. 4-й подъезд на улице Клементьевской выполнен в морском стиле. Я участвовал не один, участвовал целый коллектив педагогов, преподавателей. Ну вот здесь понравился маяк, морская тема. В следующем подъезде тоже маяк, там корабль, и в других подъездах там такой более лесные, и в одном подъезде у нас лавра написана. Специальная комиссия с представителями областного министерства ЖКХ оценила состояние подъезда. Учитывается и то, что в пятиэтажке 100% собираемость коммунальных платежей. Для того, чтобы было так красиво, прежде всего, жителям нужно задать вопрос себе, а хочу ли я это? Если я хочу и я могу, то есть, если я не плюю туда, куда не надо, если я не рисую там, где не нужно, если я не выбрасываю окурки мимо урны, да, то есть, если нет той разрухи, о которой говорил профессор Преображенский, то нужно в диалоге с управляющей компанией добиваться такого состояния подъезда. Первый этап областного конкурса из 56 подъездов прошли 44, в том числе и Сергиева Посада. Итоги конкурса подведут на следующей неделе. Проголосовать за лучший подъезд можно на сайте Добродел. Полина Иноземцева, Михаил Кирсанов. Программа «События».